какой же он невкусный, когда ты его пьешь как сок. Ну вот, видно же. Пюрешка. Кстати, ребят, вот так челленджи и как раз рассекречивается. Я не понимаю, что это. Никогда. Не радуйся за чужое горе или когда кому-то плохо, потому что бумеранг, он существует. Всем привет! С вами Крошик Дэй, и сегодня будет челлендж «Угадай напиток». У нас есть вот две такие вот коробочки. Две трубочки и напитки, которые мы абсолютно не знаем. Наша мамочка постаралась и сделала так, чтобы мы эти напитки не видели. Да, и сейчас мы будем их пробовать и угадывать. Какой это напиток? Конечно же, я думаю, здесь очень много разнообразных напитков. И если мы смешаем что-то с чем-то, которое оно несовместимо, туалет рядышком. И мы уже даже там все подготовили на всякий случай, как очень говорится. Страшно. Да. Да, то есть надо и этот момент продумать. У нас будет 7 раундов. И кто больше угадает, тот и победит. Ура! Крош, кто первый начинает? Давай на камень, ножницы, бумага. Давай. Раз, два, три. В общем, у тебя камень, у меня ножницы. Ножницы... Ломаются. Нет, нет, они именно камень как раз-то стригут. Ну, в смысле, разрезают, да? Нет? Нет. Они ломаются. Ладно, ты первый начинаешь. Давайте начнем с вот этого. Крош, давай. Так. Ничего страшного. Ничего страшного. Это вода. Ну это же логично, это вода. Это просто вода, да? Да, это просто вода. Так, подожди, подожди, еще не открываем. Следующий. Что это, Крош? Это Nestle, это какао, в общем. Какао. Короче, Аринка говорит, Крош говорит, это вода и какао. Теперь я. Фух, ну не знаю, что там. Что-то непонятное. Еще что-то непонятное. Вот что-то совсем непонятное. Подожди, Крошик. Подожди. Я вспомнил этот вкус моего детства. Это березовый сок. Точно. Я уверен в этом. Следующий. Тот, которым ты так же не понял, что это. И кофе! Конечно же, после березового сока в самый раз зайдет кофе. Итак, разворачиваем свои упаковочки, свои коробочки. Я победил! Я тоже! В смысле, победил? И ты тоже победила, да? Короче, 1-1. Вот какао! Я же не знаю его! Да, все, мы сейчас поворачиваем упаковочки, отворачиваемся. Крош, разворачиваемся, и бабочка спрячет новый. И я хочу сказать... Все абсолютно честно, мы не смотрим, да. Потому что нам самим интересно, иначе это будет не челлендж! Сейчас еще Крош. Какао, потому что нам не нравится. А, я как раз на кофе, точно кофе. Итак, второй раунд, да. Ребят, поддержите нас лайками и подпишитесь, если кто не подписался. Да. От комментов тоже не откажемся, будут не лишние. Крошик. Кто сейчас первый? Камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ножницы падают в колодец. И я первый начинаю. Ладно. Пробуем. Я честно не знаю, что здесь. Вкусно? Вкусно. Или нет? Оно не тянется. Подожди. Мне кажется, не хватает мяса. Это кетчуп. Я говорю, что это кетчуп. Фу. Разбавим кашу маслом. Ой, мне кажется, я знаю, что мне будет. Подожди. Мне кажется, я знаю, что у меня. Крош, как это газированный напиток. Газированный напиток типа фанты. Нет, это сидро. Точно, это сидро. Крош, ты следующая. Страшно, если у меня тоже будет. Давай, давай. Пей до дна, пей до дна. Крошик, не подглядывай. Ну не пьется.
Не пьется, значит, что-то жесткое. Там может быть шоколадный какой-то, шоколадное масло или что-то. Оно просто не пьется. Втяни сильнее. Давай, давай, крошик, больше давления создай. Оно не пьется. Крошик. Да не пьется оно. А ну, дунь туда, на, снаружи. Ну, только не сильно, а то сейчас тут все будет. Давай, след, давай дальше. Давай. Нет, ничего. Точно? Ладно, я так... Ну, попробуй еще. Ну, да, давай еще разок. Вкус вообще никакой, потому что я не... Ладно, давай, да. Я просто предположу. Как это предположить? Можно, когда ты не попробовал. Знаю. Крош, давай ты на эту сначала перекинешься, сейчас будешь эту пить. Следующий вариант. Тоже не вынимается. А может быть приподнять? Может, оно на дне или как? А... Ну. Это грушевый сок? А ну еще раз, больше выпей. Когда ты не понимаешь, какой вкус, надо больше выпить. Что знакомое? Ну-ну-ну. А когда, если сильно много выпить каждого из ингредиентов, тогда... Ну реально грушевый сок. Ну все, ты сказала, твой вариант, твой ответ, да, грушевый сок, да? Это не пьется. Сильнее, дунь. Я пытаюсь. Ну в смысле, и дунь, и втяни. А. Шоколад? Нет, ты что? А ну что это? Это, мне кажется, это пюрешка какая-нибудь. Пюрешка? Да. Ой, ну вот, видно же. А? Пюрешка. Кстати, ребят, вот так челленджи и как раз рассекречивается, да? Да. Не, ну так, ну, это, цвет это один, очень... но это нереально, да, узнать. Ну что, это... поворачиваем наши варианты? Да. Да, раз, два, три. Как ты мог не угадать? Чупа-чупс. Чупа-чупс. А я сказал фанту, я не угадал. И второй, ребят, смотрите. И второй у меня получается сок. Чернослив? У меня подожди. Был чернослив. Не, не, подожди, протеин. Протеин бутс. Протеиновый коктейль. Такое ощущение, что я пил кетчуп. Это жестко. Я такие протеиновые коктейли точно пить не буду. А у тебя, крошек? У меня апельсиновый сок и пюрешка. Пюрешка ты угадала. А сок у тебя... Ты сказала грушевый сок. Ну, в любом случае, за пюрешку ты угадала. Да, потому что... Ну, я выигрываю, потому что... Ребят, 2-1. Крошек ведет. Да. Так, все. Итак, опять разворачиваемся. Наша... Любимая мамочка готовит новый третий раунд с вариантами, которые мы точно не видели и не знаем. Да, мне очень нравится. Крош, разворачиваемся и ждем. Итак, ребят, третий раунд. Я надеюсь, вы болеете за меня. Пап, что у нас с трубочками? Чего они такими высокими стали? Я не знаю, значит, емкости стали выше. Большими. Значит, что-то стало поинтереснее. Да, да. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Два колодца. Колодец упал в колодец. Ничья, давай еще раз. Там ножницы, бумага, раз, два, три. Ножнички упали в колодец, и крошек начинает. Я думала, ножницы разрезали колодец. Ладно. Блин, не страшно очень. Ладно, начинай с этого. Нет, с этого. Крошек. Ну как ты считаешь, что это? Вот, как вы думаете, ребят? Какой вкус? Говори, говори, говори! Очень дозированный! А что именно сладенькое, кисленькое, кисло-сладкое? Сладкое с... Каким вкусом? Цитруса? Или, может, овощей? Арбуза. Арбуза? То есть... Это джелли-белли или арбуз. Я думаю, так. Это твой вариант, да? Да. Следующий. Следующая трубочка в бой. Я без понятия, что это. Без понятия? Крошек, ну тебе надо дать какой-то ответ. А вдруг угадаешь? А ну почувствуй еще раз. Втяни как можно больше. Это... Мне кажется, я знаю. Это соленые помидоры? Да еще раз втяни немножко. Это соленые помидоры. Соленые помидоры? Ну, типа, хорошо. Соленые огурцы, только соленые помидоры. Фух, а я думал, мне попадутся, пронесло. Не то, чтоб я, ты не подумай, я рад, что ты угадала, ну и... А если я не угадала, пап? Странно.
газированное что-то. Странный вкус. Мне кажется, знаешь. Заканчивается, что ли? Такое ощущение, что я воздух. Ниже трубочку сделаешь. Подождите. Папа воздух пил. Минералка какая-то. Я думаю, это минералка. С лимончиком что-то типа такого. Никогда! Не радуйся за чужое горе или когда кому-то плохо, потому что бумеранг, он существует. И это может случиться как раз с тобой. Это рассол. Это... Папа, мне... Это огурцы. Папа... Это соленые огурцы. Мне точно. Кажется, ага, давай разворачиваем, Крош, смотрим. Да! Крош, слушай, а вот это можно отнести к минералочке, не? Да. Мамочка, как ты считаешь, как можно к минералочке? Можно. Минерал, то есть я угадал здесь два варианта. Я один. Ты то один? Я наоборот, а ты первый что сказал? Ты сказала с арбузом что-то, Я сказала Джелли Белли с арбузом. Ты четко сказала, да, ты с помидорами сказал. Ты тоже? Да. У нас получается что? Счет 3-2. 3-2? Крошка ведет. Итак, следующий раунд у нас, четвертый раунд. Мне кажется, самое плохое это прошло, потому что это типа соленые огурцы или соленые помидоры. Да, может быть хуже, да? Крошек? Правда, ну что? Там могут быть взбитые белки сырые, ну да ладно. Разворачиваемся и начинаем четвертый раунд. Да! Ну что, четвертый раунд. Итак, крошек, как всегда, камень, ножницы, бумага. Да. Раз, два, три. Ножницы, ножницы, ничья. Раз, два, три. Колодцы, вы представьте, как мы думаем, доченька и папа, как мы одинаково так, думаем. Так, ладно, давай. Видно, что мы Крошек Дэй команда? Команда Крошек Дэй. Раз, два, три. Это невозможно, мы не договаривались. Ладно, раз, два, три. Раз, два, три. Что это было? Я не знаю. Это очень хитрый маневр. Это когда, знаете... Это ты смотришь, это барабанчик. Ты смотришь на противника и успеваешь делать или ножницы, или бумагу, или колодец. Ладно, вот так вот. Ты ж вовремя успеваешь. Давай. Раз, два, три. Наконец-то уже. Бумагу порезали, ножницы. Ну что, первый? Начну. Удачи. Я думаю, самое страшное позади. Должно быть что-то вкусненькое. Что это? What's this? Папа. Почему оно такое соленое? Я знаю, что. Я что, соду пью или воду с солью, Крош? Я, кажется, знаю. Жестяк. Честно, ребят, я говорю как есть. Это ужасно. Я даже не знаю, что это такое. Но это жуткое, жуткое такое. Мне кажется, я знаю. Фу, я ж вспотел. Так, ладно. Потом я аж пульс поднялся. В конце раунда я расскажу. Что это такое невкусненькое такое? Ой, ужас какой-то. Наверное, какой-то... Я не знаю. Соус. По-любому соус. Ну какой? Соевый или что-то другое. Или кисло-сладкий соус. Ладно, дальше. Главное все. Все хуже и хуже. И тебе водички дам. Хуже или лучше? Это понравилось, видимо. Сок какой-то. А, ну логично. После кислого и невкусного сразу вес вот мега крутая. Я думаю, это сливовый сок. Сливовый? Что было? Давай. Подожди, Серьезно, а первое что было? Первое. Соус какой-то, папа говорит. Первый соус, я думаю, соевый или кисло-сладкий. А он сказал, вроде или кетчуп. Чесночный, сказал. Я сказал соус. А какой? Соевый. Подождите, но если я сказал просто соус, нельзя засчитывать это как очко? Нет, нужно сказать именно какой соус. Или вообще это не соус. Наверное, ход какой-то... Не, это не острый.
Это какой-то соленый соус. Не знаю, что может быть соленый соус, Крош? Помоги мне. Соевый? Я не знаю даже. Пусть это будет соевый соус. Ладно, пусть будет соевый соус, а второй будет вариант сливовый сок. Крош, твоя очередь. Он опять не бьется. Мне кажется, это пюрешка. Это моя любимая пюрешка. Так, я поняла. Как она называется? Это с голубикой, бананом, с яблоком. Все так детально? Сейчас еще раз. Ты так раз пробовала? Реально так детально? Ну это круто. Это очень вкусно. Ну что это, Крош? Я... Ты должна сказать вариант ответа. Это... Какая-то пюрешка, которую я очень люблю. Ну, наверное, ты знаешь, что ты любишь. Скажи, что ты любишь, Крош. Банан и... Короче, это пюрешка. Засчитывается, если правильно засчитывается. Ну, ты сказала, это пюрешка, да? Это фруктовая пюрешка. Да? Это фруктовая пюрешка. Хорошо, следующий. Давай, Крош. Жантошки. Ну, давай. Это сок. Сок какой? А это каприсан. Каприсан. Вот. Окей, а какой вкус? Ну, подожди. Новый вот этот фейри, наверное. Разворачивай. Там есть такой. Крошек. Ой, дичь, в смысле соевый соус для суши. Ой, какой же он невкусный, когда ты его пьешь как сок. Поверьте мне на слово. Крошек и второй вот этот... У меня тоже каприсан. Это, смотри, это с черешней, да? Но это вишня вроде. Да, ну, это вишня. Ну можно мне засчитать? Подождите, соевым соусом я угадал, точно. Да. Потом следующий это... Не сливовый, нет. Ну это, подождите, ну это сок, и это недалеко это от... Это не соевый. А если у меня проблемы со вкусами, вот я не могу точно определить, нет. Что в этом виноват? Нет. Ну может дефект такой там какой-то, знаешь, у каждого нет. Свои это, вкусовые вот ощущения такие. Соевый соус засчитывается, а сок нет. Да. Ну сок почему? Полбала. Ладно. А я все у Оришки засчитывается. У Оришки все засчитывается. Вот я прям название назвала. Это и у нас какой сейчас счет? 4-3? 4-3? Нет. 4-2. А, 5-2? Ой, 4. 5-3? 4-2. С половиной. Нет, чего 4-2 с половиной? А как это 4-2 с половиной? Ну, нет. Потому что тут половинка. Ну, потому что ты одна. 4-2. Не, ну кого больше. Крошек угадала 4-2. Все. Ребят, 4-2. Следующий у нас 5-й раунд. Ох, послевкусие. И встретимся буквально через секундочку. Мамочка запрячет для нас... Новые напиточки мы будем отгадывать. Итак, ребят. Наконец-то, ну, в смысле, еще один раунд. Да. Крош, камень, ножницы, бумага. Я уже не рвусь первым. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ножницы. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Накрывает бумага колодец. Так, первый будет. Боится уже. Надо еще раз пробовать. Что это? Невкусный ответ? Не могу понять. Честно, сок не сок. Мне кажется, какой-то... Это чай. Точно, это холодный чай. Да-да-да, типа Липтон, еще что-то. Так, второе. Он не тянется! Что случилось? What's happening? Он не тянется. Там что-то, то, что можно кушать и пить? Можно. Чай. И такое ощущение, что я нефть сейчас с воронки тяну. С нефтевышки. Ну почему оно? Фу, страшно, я сейчас как дунет.
Так, ладно, крошек, аккуратненько. Я не подсматриваю, не подсматриваю. Я не подсматриваю. Нет, просто, ладно. Я просто любуюсь моими красивыми трубочками с точечкой. Ладно, наберу, в смысле, добавлю давление. Оно не дуется, ну в смысле не втягивается. Мама, мне кажется, что не то. А мне кажется, или мама ее музыка, или папа ее воздух сделала. Подождите, подождите. Мама, думаю, хоть что-то есть? Конечно. Это майонез, 100%. Дотянул. Крошек. Ну что это? Что-то очень знакомое. Ну тогда расскажи нам об этом. Ну что, Крош, как ты считаешь, что это? Мне кажется, это персик высок. Точно? Угу. Давай переходи к следующей трубочке. Что-то зашипело. Сейчас не рванет случайно-то, а? Нет. Да, говори. Мне кажется, что это газировка Фанты. Да, мне кажется, это Фанты. Да? Угу. То есть первый у нас подожди, что? Сейчас. Ух, сейчас мы напьемся. Я поменяла свой выбор. Выбор? Говори. Мне кажется, что это банан клубник. Это первый банан клубника, а второй? А второй это Фанта. Так, это газировка или просто сок? Это сок, а это газировка. Хорошо. У меня майонез первый, а второй, какой я говорил? Сок. Чай, сок. Ты говорил. Чай, точно. Липзом ты говорил. Ну все, давай. Распаковываем наши. Да, действительно, у меня получился майонез и чай. Я однозначно выигрываю этот раунд. Да, у крошек Актимель. Это йогурт такой, который помогает пищеварению. Как раз в нашем случае актуально. И, Живчик, ну ты сказала, что это газировка. Ну, в принципе, угадала. Но в любом случае... Ну, я сказала Фанта. И папа выиграет этот раунд. Ну да. Поздравляю. И следующий у нас раунд какой? Шестой. И счет у нас какой? 4-3. 4-3, да. 4-3. Еще... Да, осталось два раунда. Раз, два, три, разворачиваемся. Итак, ребят. Я вижу... Шестой раунд. Да, шестой раунд, я вижу, что здесь что-то... Что-то большое, видать, да. Говорит. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Итак, Аринка начинает. Да! Так, первый я пробую и... Какой вкус, поделись. Яблочный. Мне кажется, яблочный. А что яблочный? Газировка какая-то яблочная. Точный ответ какой? Мы же очки будем ставить. Какая-то газировка. Нетушки, какая-то непрокатная. Яблочная газировка. Вот яблочная, короче, яблочная газировка. Ну, пойдет такой ответ, мама? А подожди, апельсин, подожди. Нет, надо точно. Апельсиновая газировка. Апельсиновая, это типа точно. Фанта или да. Еще что? И Фанта была уже, нет? Фанта была уже. Да, была что-то, да, какой-то, я не знаю, другой напиток, короче. Да, газированный апельсиновый цитрусовый напиток. Да. Все, пойдет дальше, следующий. Так. Что ты так вкусненько пьешь? Поделись подписчиками. Это кетчуп. Это кетчуп? Какой вкусный. Ай, как можно пить кетчуп, как сок. Разве что рядышком картошечка. Я обожаю кетчуп. Ладно, и переходим. Буду я начинать. Так, итак, сейчас я. Пап, ну как? Какой вкус? Опять что ли невкусный? Какой вкус? Какой-то вкус! Я не знаю. Второй раз пробовать не хочется. Я попытаюсь отгадать. Подождите, после вкуса на языке и осталось там на слизистой. Проигрывать тоже не хочется. Крошек, я не знаю. Это, наверное, тоже соус какой-то. Кисло-сладкий соус.
Нет, 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 что-то другое, что-то другое. Подожди. Ой, не хочу все пробовать. Хорошо. Все, может, давай. Я понюхаю? Щекотно, оно реально щекотно. Можно понюхать? Нет, подожди, давай второй. Ничем оно не пахнет. Сладенькое. Райское наслаждение. Да, точно. Какое там, это газировочка? Я, кажется, знаю. Сладкая газировочка, типа спрайта. Знаете, как я поняла, что у меня кетчуп попадает? Вот так вот я поняла, что это кетчуп. Ну, ты же попробовала его? Ну, да. Или нет? Крошик, признавайся. Папа, как он поднялся вверх, если я его не попробовала? Да, действительно. Так, что здесь? Так, в этом... Этот напиток у нас, я сказал, это типа... Спрайт. Типа, это спрайт, короче, да. Или 7-Up, или спрайт. Вот, что-то в этом роде. Ну, я считаю, а можно засчитать. Ну, тоже спрайт, только с другой этикеткой. А, я поняла. Кажется. Так, ну что это? Еще раз попробуй. Сейчас. Ну, давай. Крош, ты, я вижу, там присела на что-то. На кетчуп? Да. Тихо, то, что приобрести из Макдональдса. Да. Я хочу знать, что это. Подожди. Я не знаю, мне кажется, это опять же что-то с соленьем связано. Это такое, что я не знаю, там, помидоры. Помидоры, это соленые помидоры, короче. Крош, давай ты. А, ой, ты уже сделала, все, давай разворачиваем, Крош, смотри. Так, ну Фанта, я не угадал. Я говорила Фанту. Не угадал. Я угадала, и то, и то. А я и то, и то не угадал, я набыла... Только одно вкусное. Крош выигрывает этот раунд. Крош, давай пять. Крошик. Все. Отлично. У нас сейчас счет какой? Какой на счет? 5-3. 5-3? 5-4. А, нет, 5-3. 5-3, да, точно. И сейчас у нас будет последний раунд. Да, Крошка? Седьмой раунд. Да. Итак. Мне кажется, что я выиграю, потому что да. Разворачиваемся. Я 100% выиграю, потому что да. Ну, потому что, ну, не, да. Потому что счет уже такой, что ну, я да. Не могу выиграть. Но в любом случае мы должны попытаться и все-таки угадать все напитки правильно. Мам, а приз будет? Картошка фри в Макдональдсе. Ну, под кетчуп. Раз, два, три. Разворачиваемся. Итак, последний раунд. Да. Крошик. Ножницы, бумага. Да, раз, два, три. Ножницы, ножницы. Так, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Так. Бумага накрывает колодец. Так, надеюсь, в этот раз будет что-то повкуснее. Да, очень надеюсь. И мне надеюсь, да. Вроде что-то сладенькое и газированное. Можно пить смело. Вкусно или нет? Вкусно, наверное. О, как шипит жесткая содовая. Ну, это какое-то, ну, я не знаю, но можно сказать, что это типа... Газировка. Ну, это не ситрон. Ну, газировка. Ну, сладкая вода, газировка. Сода. Можно так сказать, да? Да? Говори, ну и прокатит ли она или нет. Так, а кто это определяет? Вы же это ну, надо по вкусу определить, что это такое. Ладно. Мне кажется, я знаю, что это. О, оно все шипит, и я не знаю, такое ощущение. Ты подумай, что ты всегда так пьешь, а оно вот прям так сильно шипит. Что это может быть? Я знаю, что это. Аспирин? Нет, витамин С. Витамин С? Нет, конечно. Точно это витамин С? Нет. Нет? Ладно. Мама, а мы не должны подсказывать. А я не подсказываю. А ты ладно, ладно, подожди, подожди, подожди. А? Крош. Что? Ты слушаешь по звуку? Не можешь узнать, что это? Могу. Не то, что уже челлендж по вкусу, у нас уже и по звуку будет скоро. Я знаю, что это. Ой, ну, оно жестко. Я не знаю, так какая? Шипит прям, я шорту. Я не могу определить. Это ты сегодня пил. Это ты всегда пьешь. Я всегда пью? Да. Пепси? Ну, это не пепси, нет. Подожди. Я думаю, он догадался. Да, это пепси, точно, это пепси. Все. Ну, мне так кажется. Да. Следующее. Опять ты что? Дайте мне воду.
О! Это кетчуп. Это... Острый кетчуп? Представь, крошек, на самом последнем раунде, самый последний напиток, он такой невкусный. Это кетчуп. Так был кетчуп, не может быть еще один кетчуп. Я не знаю, какой там невкусный, просто-напросто. Это реально какая-то разновидность кетчупа с соевым соусом, я не знаю. Ну что, я пробую? Крошек, давай угадай. Это пюрешка. Вся надежда на тебя? Это пюрешка. А да? Какая пюрешка, крошек? Ладно, я думаю, что это голубика, яблоко и банан. Следующая. Сейчас еще попробую. Фруктовая пюрешка. Пойдет? Пойдет. И сок. Какой сок? Банановый. Точно? Угу. Фу, ну так, поворачиваем коробочки. Так, там Пепси у нас. А я, как всегда, сюда, да. А, и вот томатный соус. Сок, это томатный так, сок. Так, смотрите, ну я, получается, что я точно угадал. И Арина угадала. Томатный сок, ну для меня кетчуп, томатный сок плюс-минус то же самое. Ну, ну серьезно говорю, ну для кого кетчуп, для кого томатный сок? Спорный вопрос. И ты полностью угадала, да? И банан, и здесь, и получается, какой счет у нас? 6-4. Да? 6-4, и крошек побеждает! Ура! А с вами был... Крошек Дэй, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока и не пропускайте наши новые видео. Всем пока!